Какой ник у Антоши? По-моему, вот такой, да. 23 тысячи ВВ. Вы понимаете, что человек, я не знаю, один из главных, кто отвечает за баланс, дает добро на введение всякой хуеты. Понимаете, что у человека 23 тысячи боев, бля, в танках. Он вообще в игре, ну, не бом-бом, блядь. У него 57% побед в Искарате, но, блядь, это дутый процент побед, это дутый. Это дутый процент побед, который был сделан в 2011 году на Паттоне, блядь, взводом. То есть, берем коня суперэмбу 200, даже хп не отбивает. Берем СТБ, пиздец. Берем поляка, не играет на поляке. Человек не играет на десятках, он понятия, блядь, не имеет, что тут за пиздец происходит. Понимаете? Ну, он как бы играет на них, у него 8700 боев, блядь, но я что-то не вижу. А на чем у него бои? На SC7 500? Да нет, он играет на десятках, блядь. 8700 боев. А, ну короче, на всем по чуть-чуть. Все равно, в любом случае, за 11 лет существование этого аккаунта, 8 тысяч боев на десятках, это очень мало. Ну, за последние 3 года сколько он боев сыграл? А в чате писали, у него еще второй аккаунт есть. Точно второй аккаунт есть или это... Наебалово. За кого он в ББ играл? А ну, давай чекнем. Не открываются награды. Не понял. Чек его КТ-тест нам вообще рофл. Ну, у него все бои сыграны давным-давно. Смотри, 18-й год 200 боев. Чел вообще не играет. 19-й год, блядь, вообще пиздец. 20-й год просто 200 боев. Я не знаю, возможно, конечно же, блядь, он играет на другом аккаунте, на пресс-аккаунте. Он уже не разраб, он же директор чего-то там. Я же говорю... Они не играют в свою игру. Они нахуй не играют в то, что они делают. У них вообще нет представления, какой пиздец происходит на десятках, блядь, в этом блядском рандоме фугасном. Где тебе пиздят артоводы, ПТ-воды, блядь, всякая хуйня. Ладно, братишки, о! Это кто пишет, блядь? Чел. Это дед аккаунт создал, блядь. Дед, блядь, пишет мне. Блять, пожилой пидор. Я подумал то, что мне реально из ВГ кто-то пишет, блять. Пиздец.